Так, видео началось. Пожалуйста, держите. Всем привет. В Долуре парапланы. Так. А может правую руку, нет? По желанию вы можете менять всю дорогу. А, она привязана там. Да, правую, да. Не взять. Да. Для хорошего старта нам потребуется сделать пару шагов вперед. Один буквально, может, два шага. А после этого нас потянет немножко назад, потому что крыло будет вверх подниматься. Когда оно потянет назад, старайтесь идти назад, а не падать, не садиться. Нас вот так вот потянет назад. Нужно не садиться, а постараться. Идти. Да. Ну, легче, чтобы было, многие наклоняются вперед просто. В момент старта. Так легче. Делаем пару шагов, наклоняемся вперед. Вот. Самочувствие? Прекрасное, а? Значит, полетай. Ой, мам дорогая. Экскурсия? Экскурсия — это все место называется каньон Арагви. Речка одноименная имеет название тоже Арагви. Она течет туда, в Белиси. Сейчас будем вылетать. Да, да. Он безымянный, так как там никто не живет и не жил. Ага. Но он самый высокий в этом районе. Ближе здесь озеро. Озеро, оно искусственное. Ага. Часть гидроэлектростанции, которую построили австрийцы. Понятно. Вот. Нам сказали, что вообще курорт горнолыжный это в Гудауре начали, ага, начали делать вместе, австрийцы. Так и есть. Потом, когда был конфликт с Россией, то, естественно, австрийцы свалили, чтобы не участвовать еще в этом. Ну и все-то осталось. У-ху! Дорога на узлу. О, боже мой. К сожалению, не дорога, там определенные руины, как всегда, все остается. Какая красота! Нас поднимает теплый воздух. Он образуется от этих камней. Нагревается на солнце. Летая над ними, мы поднимаемся потихонечку. Если мы полетим туда в тень, мы опустимся. А там снежная вершина Казбека. Как его показать? Там Казбек? Мы сейчас, если получится, поднимемся немножко еще выше, будет его виднее, если получится по погоде. Впереди у нас сейчас арка Дружбы народов, построенная еще в Советском Союзе. Да. Естественно, дружба грузинского и российского народа, так как граница недалеко, только одна. И дорога только одна. Ой, там внутри мозаика. Да, вот это, с одной стороны там мозаика русских сказок и былин, а с другой стороны мозаика грузинских сказок и былин. По горам гоняют? Да, но, честно говоря, сверху не советую пользоваться, так как нет ограничений. Они вот эти все дороги, которые возле обрывов, это квадроциклетные дороги. Но без гарантии. Так как нет ограничений, то человек, едя, ну, на скорости, если едешь по этой дороге, то бывает свернуло и все. Зачем это? Случаи уже были. Понятно. О, Гудаури потрясающе. Да, это Гудаури, мы идем на почему? Ну, рядом. Тут уже видно, как две опять столбы уже поднялись. Они. Ну, я так понимаю, все равно поедем. Да, да. Поэтому мы, в принципе, так и так увидимся. А мы приехали на один день в Тбилиси. Мы забронировали гостиницу, погуляли по Тбилиси.
Ну, слушайте, нет, ну да, мы говорим, нам еще на ночку останемся. Я говорю, махнем, ну куда-нибудь, ну надо. Правильно? Нереально просто, красиво. Сколько мест? Волшебные горы. Люди приезжают по 4, по 5 раз, приезжают, и каждый раз есть новое место. Абсолютно другие места. Удивительное место, удивительная природа. Да, почему и страна считается туристической? Потому что тут есть что смотреть реально. Все разное. Конечно. Можно на море, можно в горы, конечно. Монастыри, история. Все. Это не то, что там раз-два и все. Да. Есть земля. Наверное, пешие походы есть по горам здесь еще. А погромче? По горам пешие походы тоже есть, наверное. Есть, но, честно, не очень развито. Это вот для тех, кто хочет, можно развивать. То есть мест миллион, а просто никто не занимается. Ну, все равно надо делать какие-то... Бояться ходить далеко. Ну, понятно, надо делать какие-то все равно. Конечно. Остановки, пункты, там да, еще что-то, вода, еда. Места. Учитывая, что здесь очень много источников, и газированной воды, и горячей воды, под земли прямо. Может, такие остановки делать, что люди потом будут еще 5 раз проситься. Да. Вернуться. Удивительное место. Ой, Казбек. А лыжный сезон когда начинается? В декабре. Как у нас? И где-то в апреле заканчивается. Здесь вот в Тбилиси здесь очень жарко, а в горах вот погода, климат вот как в Украине. Я сам из Украины, и климат точно такой же, как в Украине. Поистине, дружба народов, я говорю, что там какая-то политика, не политика. Вон с грузинами, с украинцами летаем. Все такие похожие, все такие одинаковые, что устроили как ерунду. Это там они сверху грызутся, а мы тут прищелкнули. Как будто нам что-то перепадет от этого. Они же без нас все поделят. Да? Там есть кому брать. А здесь туристы приезжают арку. Ну да, посмотрите, это сделали специальную стояночку, чтобы, ну тут получается 2 года назад не было стоянки, и было, ну, непонятно что, некрасиво. И они вот молодцы, решили окупить. Сделали стояночку. Вообще, на туристов надо тут золотое дно. Да. С туристами проблем никаких. Да, летом мы. Параплан, зимой, лыжи. Да? Поток. Подруга, я вижу, пока там летает. Она, у нее какое крыло? Такое же у нас, точно такое же. Оранж, ага. Используем только сертифицированные, поэтому у нас одинаковые.